Индонезийская провинция Маланг ежедневно производит около 600 тонн мусора, и большая его часть свозится сюда, на местную свалку. Горы гниющих отходов выделяют метан, побочный продукт разложения органических веществ и главную причину глобального потепления. Но местные власти придумали способ превратить источник экологической опасности в источник энергии для населения. Они используют метан как топливо, которым обеспечивают более 400 близлежащих домов. Мы извлекаем метан из 48 скважин и направляем его к домам за свалкой. Метан сразу же отделяют от других газов, например, углекислого. Чистое топливо отправляется местным жителям прямо в конфорку. Счастливые пользователи мусорного газопровода уверяют, что он позволил им отказаться от сжиженных углеводородов, и теперь они тратят намного меньше денег – около 85 долларов США в месяц. Используя метан, я плачу каждый месяц около 10 тысяч рупий. А сжиженный углеводородный газ обходится в 18 раз дороже. Это очень полезная экономия. К тому же платим мы только за обслуживание. Разработчики метанового газопровода планируют развивать его и дальше. Следующий шаг – увеличить мощность системы и начать вырабатывать с ее помощью электричество, попутно очищая воздух над свалкой.